А сейчас мы посмотрим лживого уёбка, которого зовут Мера Смазелова, который сделал мне разоблачение. Это фейк, сразу говорю. Поехали. Всем привет, дорогие приписочники и случайные обыватели моей YouTube-страницы. Здорово. Хотелось бы поблагодарить всех, тех, кто подписался на мою YouTube-страницу. Иди нахуй! Никто не подписался, потому что ты лох! В данном видеоматериале я хочу раскрыть правду про Мазилова Илью. О том, как он зарабатывает миллионы... Что это было, блять? Ты охуел, что ли? Я такого не делал. Ты что, еблан? Это Кибер Степан, блять, что это? Миллионы, пока вы... Неправда, у меня вообще нет денег. Сидите лежа на диване. Вполне возможно, что вы даже не догадывались о том, как он это делает. Как? Что делаю? Что? На первый взгляд может показаться, что основной доход у него – это его страница ВКонтакте. Чего, блять? Она вообще денег не приносит, ты еблан? ВК вообще никаких денег не платит. За что они должны платить мне, блять? За что? Мне вообще не платят ничего. Ибо иметь 9484 друга и одного Дрейка ночью в анальчик достаточно странно при том факте. Это правда, кстати, реально. Что средний показатель френдов... Чё, блять, у меня фолловеров в Роблоксе 682, нихуя себе. В Роблоксе 682 члена. Несостыковочка. Чего, блять? К.Д. Илья. Из всего этого можно сделать вывод, что всеми любимый Мазилов, да, самый обычный капер, который... Кого, блядь? Подогревает своих подписчиков для того, чтобы облапошить их на денежные суммы. Примерно такое сообщение приходит... Hello, Анатолий. Срочно требуются люди на высокооплачиваемую работу. Что, блядь? От него лично все... Это было в прошлом. И вообще это не я, иди нахуй! Всем его жертвам. Делайте выводы сами. Но, как я выше говорил, это не единственный его денежный поток. А Twitch. Какой еще? На первый взгляд можно сделать вывод, что вторым местом для заработка является эта площадка. Но если... Чего, блять? ...углубиться чуть глубже в этот вопрос, то мы можем увидеть прайс-лист. Иди, блять, как ты заебал. У меня не такой прайс-лист, блять. С достаточно стороны... Все включено, 5000, окончание в рот, блять, иди нахуй. ...услугами. Серфи по интернету в поиске каких-либо доказательств для этого видео, я случайно наткнулся на объявление от Озона. Илья Мазелов купить. Так это не я, блять, это у меня пиздец, у меня спиздец, блять, короче, не продаю товары, которые... Блять, иди нахуй. Цены действительно ниже некуда. Что ж, все френды и подписчики Ильи Корякина. Делайте выводы сами, навязывать что-то свое я вам не буду, вам и так достал. Это ничего не доказывает, ты вообще ничего не показал, ни одного факта нет. Иди нахуй. Видео было создано на серьезных... А что такое статистика для сисадминов? Ой, нахуй, уже закрою, блядь, какая-то страшная. ...щах, чтобы разоблачить Илью Мазилова. Всем извините, чьи иллюзии я разрушил, и всем спасибо за просмотр. Не за что. Ставьте классы и подписывайтесь. Пошел нахуй, все, мне не нравится твое разоблачение, хуета, блядь. Walk away. Хуйня, блядь, это пиздёшься, это вообще не неправда. Не верьте таким.